По плану у нас был в этом году выполнить работы и запустить в эксплуатацию. Сейчас мы посмотрим, здесь абсолютно все по-новому. Сейчас работает она здесь? Нет? Да, сейчас в стадии окончания работ. Сейчас мы посмотрим, что есть. И вы сможете увидеть, что было. Там у нас есть фотографии, что было и что на сегодняшний день делается. Систему отопления, полностью водопровод, канализацию, все абсолютно поменяли, забетонировали полы. Создали условия для того, чтобы можно было в случае необходимости здесь собирать автобусы. Такое мы делали в троллейбусном управлении. Я там много лет работал, и я был организатором сборочного производства троллейбусного. И здесь помещения, то есть слесарные, мастерские, туалеты, бытовые помещения. То есть все сделано для того, чтобы можно было работать. В данный момент мы используем для контроля диагностики любые машины. Isuzu, VDL, Volvo, полностью всех систем, которые связаны вот отоплением, вентиляцией, кондиционированием. Полностью здесь производятся все работы по наладке. Если необходимо, у нас все есть и своя заправка. То есть, если раньше мы обращались на специализированные фирмы, там Аламаздон, то сейчас мы все выполняем сами. Это современная установка испанского производства «Истабаль». Фирма «Беруф Авто». Они выиграли через аквизицию, то есть законным образом выиграли тендер. И вот сейчас производится окончательный монтаж. А осталось в эксплуатации, которые сейчас работают на линии, которые находятся в различных ремонтах, 156 машин. Из них 111 выходит каждый день на линию. Мы можем на сегодняшний день дать 120-125 водителями, таксаторами. И водители, если начали приходить, вот 23-й маршрут пришел сюда, то таксатору вот туда пришло только 3 человека. Все, правильно я говорю? 3 человека. Нет, сколько зарплата у вас? Начинающий водитель, который только пришел на работу, имея все категории, он получит 9-9,5 тысяч. При норме часов 169-170 часов. Если он будет работать свой выходной день, перерабатывать, ну он получит, естественно, больше. Может заработать там 12-13. Есть помещения, где производятся более крупные ремонты, съем коробок передач, двигателей и так далее и тому подобное. Но в этих цехах ремонт капитальный не производился с момента строительства парка. То есть с 80-х годов. Парк запустили в 78-м году. Вот считайте, сколько лет прошло. Вот то, что мы сделали за полтора года вот на тех участках. А на следующий год, там еще начало цех ТО-2, ТО-1, тоже примерно в таком же состоянии. Астазы ам фиксат о ședință împreună cu consilierii municipali. Am făcut o invitație tuturor fracțiunilor din Consiliul Municipal. O bună parte din consilieri au acceptat această invitație. Am invitat colegii să vedem ce renovări au avut loc în cadrul parcului urban de autobuze. Pe de o parte am investit resurse financiare foarte mari în renovarea parcului de autobuze. Pe de altă parte am avut în vedere în procurarea mijloacelor de transport, atât noi cât și cu parcurs. Pe de altă parte sunt la fel investiții foarte mari în modernizarea parcului, ne referim la spălătorii auto, alte unități de reparație, condiții bune pentru lucrători, vestiare, dușuri și zone de odihnă pentru muncitori. Este un moment foarte important ca muncitorii se simtă bine atunci când vin la serviciu. Și pentru noi crearea condițiilor pentru lucrători este un element foarte important. Am prezentat colegilor și planurile alte boxe care sunt învechite și urmează a fi renovate anul următor. Sunt prevăzute în bugetul municipal pentru 2022 acești bani și urmează anul viitor să fie și alte boxe noi renovate și aduse la standarde moderne, europene, în așa fel ca să în 2-3 ani să avem un parc la nivel foarte înalt. Le mulțumim colegilor pentru faptul că au acceptat această invitație. Este foarte important ca și dumneavoastră să cunoască unde se cheltuie banii publici,
Mai mult ca atât că au fost susținerea dumnealor în Consiliul Municipal cu privire la renovarea parcului, procurarea de mijloace de transport s-au implicat în tot acest proces și le mulțumim și cu mare drag în continuare le cerem și rugăm suportul dumnealor în aprobarea bugetului, ori sunt prevăzuți bani pentru modernizarea întreprinderilor municipale. Este un element foarte important pentru rezultat, este nevoie de investiții și aceste investiții să fie făcute foarte punctat și la locul potrivit. Din câte vedem, parcul anul acesta a procurat 100 de autobuse noi și 58 de autobuse pe parcurs. Toate autobusele corespund standardelor de calitate. Este un succes pentru parcul de autobuse, care de mult nu și-a reînnoit tehnica. În același timp am văzut spațiile tehnice unde se lucrează, care la fel au fost reînnoite. Și vreau să spun că este un pas înainte. Din păcate, ce ne lipsește astăzi este lipsa șoferilor. Astăzi, la cele 110 autobuse care ies pe străzile Chișinăului pe rută, este o lipsă de 30 de șoferi. Aici trebuie de identificat o soluție sau Consiliul Municipal vine cu o subvenționare pentru mărirea salariilor, problema e în salarii, sau să identificăm o altă soluție. Мы осмотрели автобусный парк, видим, руководство парком осуществляется весьма эффективно, видим отремонтированные помещения для ремонта автобуса, мелкого ремонта автобуса, новую мойку. Нам директор автобусного парка рассказал о будущем ремонте, что собирается делать. Конечно, работы на этом предприятии после годов застоя еще очень много. Мы сделали несколько замечаний господину директору об энергоэффективности, о развитии предприятия. Высказали свои предложения по поводу социальных надбавок и гарантий рабочим автопарка, в данном случае водителям автобусов, для того, чтобы привлечь дополнительно водителя автобуса. Это больная тема в автобусном парке, ну и в троллейбусном парке муниципии Кишинева. И постараемся это предприятие дальше развивать. В этом году, в текущем году, мы освоили на ремонт восстановления парка, в том числе на ремонт моечно-уборочного комплекса, 4 миллиона лей. За эти средства мы купили новое оборудование, станцию для очистки воды, восстановили очистные сооружения и современная моечно-уборочная машина производства европейского, Истабаль, Испания. И это оборудование что нам дает, и эти работы, которые мы выполнили? Это прежде всего качественная уборка, мойка, подготовка подвижного состава, который выходит на линию и перевозит пассажиров. Это очень важно. Очистные сооружения – это экология, это минимальные сбросы вредных веществ в городской коллектор. То есть эти средства направлены на то, чтобы улучшить качество подготовки машин, которые выходят на линию, и создать условия, необходимые для персонала, который занимается этими работами. Мойщиков, уборщиков и так далее. Вы видели те помещения, которые мы восстановили, и сделали их такими, как по современному уровню требований. На следующий год, на 2022 год, у нас запланированы средства. Пока я могу сказать, что ориентировочно, так как мы подали свои предложения, а уже как будет принято руководством города и муниципальным советом, мы запросили средства 3 миллиона лей на восстановление ремонтной базы. Это участков и цехов технического обслуживания, ремонта заявочного. И также попросили 800 тысяч лей на реабилитацию станции заправки. Будем менять емкости и заправочные колонки. Кроме этого, один из важнейших планов на будущий год – это строительство станции тестирования, которое мы в текущем году по объективным причинам не смогли освоить. 2,5 миллиона лей. Что это даст? Это прежде всего даст, что мы сможем технические осмотры наших машин, всех, и пассажирских, и хозяйственных, производить у себя на своей территории. Это экономия средств. А во-вторых, это проверка всех машин, которые выходят на линию после различных ремонтов. Это надежность, это качество, это тормоза, это рулевое управление, что, естественно, необходимо на таком предприятии, как автобусный парк. На сегодняшний день мы выпускаем 111 автобусов пассажирских в рабочий день.
Планируем эту цифру в течение года довести до 150. У нас возможности такие есть уже сейчас, потому что техника прибывает, новые автобусы Исуза с Турции, и те, которые с пробегом приобрели из Европы, они тоже надежные, качественные машины, но для этого нужен персонал, водители, таксоторы. К сожалению, на сегодняшний день нехватка водителей где-то порядка, даже на этот выпуск, 30 человек, и таксоторов порядка 50-55. А для того, чтобы выпуск увеличить, нам необходимы кадры, необходим персонал. Поэтому остро стоит вопрос, это прежде всего создание рабочих мест нормальных, что мы и делаем, и заработная плата. Это первостепенные вопросы, над которыми мы работаем. И вот сегодня представители муниципального совета, руководство города, которые были, они нас услышали, и мы очень надеемся, что в данном вопросе будут подвижки в лучшую сторону. И мы сможем выпускать на линию больше качественных, хороших автобусов. Вот из 100 автобусов по контракту сегодня прибыли 57 Исузу. До конца декабря мы получим еще 43. То есть они в стадии завершения работы и отправки с завода. Из автобусов, которые мы закупили с пробегом, из 58, еще не допоставлено 11 единиц. И они будут поставлены буквально на следующей неделе. Мы их подготовим, введем в эксплуатацию.